Всем привет, с вами Кира Котова. Сегодня поговорим о сне Хатидже. Что за сон? Что именно увидела султанша? И почему никто из семьи не захотел помогать женщине? Друзья, наше видео выходит благодаря вашей активности. Я хочу сказать всем спасибо, кто подписался на наш канал и поставил колокольчик. И попросить подписаться тех, кто еще не подписан. Итак, что же это за сон? Вы все прекрасно знаете, как Хатидже сильно любила Ибрагима Пашу. Поначалу мне казалось, это самые чистые и светлые отношения во всем сериале. Как же все красиво начиналось. Потом пришла измена и смерть. Хатидже страдала на протяжении всего сериала. И вот в своих страданиях она всеми силами хотела найти могилу Ибрагима. Но никто не говорил ей. Султанша идет на отчаянные меры и приглашает колдунью во дворец с просьбой помочь ей. Как вы догадались, речь идет о сериале, но тот, кто хочет слушать только историю, переходите по подсказке выше на плейлист «Истории историков». А мы продолжаем. Колдунья дала наказ лечь спать, а перед сном произнести молитву. Султанша все сделала и увидела Нигьяр на могиле Ибрагима. Но вот только где эта могила? Ей все же не открыли. Хатидже позвала Нигьяр и спросила, где это находится. Калфа все отрицала. Я уверена, если бы Хатидже не покончила с собой, то она нашла бы могилу Ибрагима. Да и странно, почему она не стала допытывать у Нигьяр про своего мужа. Шах султан всеми способами не давала Хатидже узнать это место. По словам султанши, сестра устроила там алтарь, что сильно не понравится Сулейману. Она старалась оградить сестру. А вот кто помнит, знал ли шах султан о месте, где был захоронен Ибрагим? Я бы хотела послушать именно ваше мнение по поводу этого момента из сериала. Делитесь в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. С нами будет еще интереснее. Я не вынесу. Хатидже. Держись, я прошу тебя. Эта проклятая ведьма Хюрем за все заплатит. Дай мне слово. Дай слово. Ее кровь прольется, обещаю тебе.